Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы продолжаем вещать из заболевшего моего логова, потому что я чуть болею еще, но пока что вроде отпустило, поэтому давайте пока поснимаем. Так, значит, тут всякое написано, что создатель этой карты Лолет, и она сделала эту карту для меня. Да, привет тебе и много слоников тоже. Значит, эта карта это что-то вроде, вот как я и просил когда-то, побега из тюряги при помощи всяких там ловушек и так далее. Так, значит, двойные одиночные двери только красным факелом открываются. Эй, это обман! Заберу с собой. Не, не заберу, ну ладно. На красную шерсть нужно поставить рычаг. Окей. А сюда плиту не нужно. Ладно. Три двери подряд открываются только рычагами. Ничем больше. Так, окей. Кто такой? Играю я сейчас с текстурпаком. Поэтому такая штука, что, возможно, будет чуть темновато. Что это такое? Важно! Неистово важно! Обязательно бери все книги из раздатчиков и сундуков, читай их. И, кстати, не читери. Ты обещал соблюдать правила. Окей. Так, что мне дальше? Ага, я понял. Воу. Уе. Что? Мы дыра! Ну ладно, вы дыра, хорошо, я с вами согласен. Так, значит, что-то у нас куки. Беру. Еда, беру. Ну, давайте чуть из костей возьмем, чтобы, если что... Нет. А хотя давайте поспим. Если не спать, тогда все будет плохо, и вы рискуете потерять хорошее настроение. Поэтому давайте поспим. Хорошо, сохранились. Так, тут у нас еще чуть еды. Нет, еду от зомби я не хочу. Вот, печеньки, печеньки я хочу. Печеньки это хорошо. Печеньки это всегда хорошо. Это то, чему вы всегда рады. И даже если вы оказались в какой-то одинокой тюряге, почему-то с шестью кроватями, вам все равно очень радостно увидеть печеньки. Так, значит, цветочки, окей. Вот это поворот. Вот это поворот, воу-воу-воу, где все? Это же пожизненная тюрьма. Охранника тоже нету. Мне кажется, или можно смыться? Тебе кажется. Так, ладно, возьмем фонарик. Я верю, что он у меня взялся, почему-то у меня их два. Ну ладно, видимо, создатель карты поленился. Он не ожидал, что я буду что-то ломать. Поэтому у меня две попытки. Значит, я здесь не вижу чего-нибудь, что вообще можно было бы, наверное, сломать. Есть подозрение, что это что-то будет там. То есть, я должен как-то туда что-то поставить, потому что тут дыра, которая как бы тонко намекает, что, мол, поставь сюда. Ну, у меня две попытки, поэтому... Оп! Иху! Я угадал. Кстати, правда, я не знал. Первая камера. Первая камера. О, привет! Открытие, хорошо. Парочка редстоун торчев, это замечательно. Я чувствую себя, как будто меня закрыли какую-то камеру-одиночку, я не знаю почему, и все сбежали, потому что, может быть, я давно не мылся, я не знаю, почему все сбежали, но если я вдруг угадал... А, стоп, уже написано открытие. Иху, мне это пригодится. А что это, собственно? Да о чем ты? Там были факелы и все. Ну-ка, давай, по старой тактике. Да, по старой тактике. Я еще могу подняться наверх. Вторая камера. Я... А, стоп. По логике? Да, я был прав. А я хотел сюда его втыкать. Значит, чего у нас здесь? Здесь у нас еда. Похоже, эти ребята, они жировали вообще здесь. Какие-то жирующие парни. Юмор. Юмор. Ага, у меня-то камера больше. Вот неудачники. Вот уж точно. Кстати, почему-то у меня была паутинка. У меня, видимо, были сожители, которые умудрились убежать по этой паутинке. А тут никто не убежал. Зато... Блин, они жировали все. Они все, мать их, жировали. У всех было мясо. Что это за тюрьма? Это не тюрьма. Это какой-то пансионат. С кучей еды и всякого другого дерьма. Так, что у нас здесь? Это еще один уровень. На этом уровне мы нашли первые успехи. Да, я тут столько этих книг уже поначитал. Я столько за всю жизнь не читал. Ого, плита. Первый квест выполнен отлично. Тадам. Что? О чем ты? А, я понял. Я понял. Еда. О, одежда. Теперь я не выгляжу как голый тип. Опасение? Опасение. Нужно опасаться. Тут ходят голые. Боже мой, тут ходят голые. Они меня изнасилуют. Нет, я не хочу, чтобы меня насиловали. Поэтому я оделся, поэтому все нормально. Они меня не примут за своего. Давай тогда я сниму, чтобы они меня приняли за своего. Ну, я не знаю, чтобы тут ходили голые. Наверное, надо все же изи поставить, я не писал. Так, первый поиск. Ой, у меня разлагало. Первый поиск. Первый. Окей, мне нужна плита. Вот только где же она? О, где же плита? А может быть здесь? Иху. Set time.
первое отделение. Фантазия. Да я фантазер, what? Все это время я был в Хогвартсе? Что? Что? Какой Хогвартс? О чем ты несешь? Почему именно Хогвартс? Это не похоже на Хогвартс, не черепки, они больше похожи. Ой-ой-ой. Я, кажется, не туда наступил. Смерть! Что? Что? Что здесь происходит? Господи, это какие-то сумасшествия! Для сброса прочитанных книг. Ну, можно было бы сделать просто лаву. А, значит, все вот это. Сбрось сюда, в жопу иди. И сейчас такие первые комментарии. Что? Ты не понял сюжет, ноты и гребаный нобас. Фу, что в тебя скунсы облапошили. Что? Так, столовая. Не хочу, я не голодный. Два. Что это такое? Почему здесь какие-то нити непонятные? Стоп, я могу, наверное, сделать вот так. Да, я могу сделать вот так, но еще рано. Еще рано я хочу посмотреть, что у нас есть в этих комнатах. В этих комнатах у нас еда. И это мне напоминает космолет. Нет, мне это напоминает заправочный какой-то этот такой шланг. Знаете, вот это типа оп, шлангбина такая, а вот это держалка за нее. Да, 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 это точно шланг заправочный. Стоп, иди. Бедные. И куча гнилого мяса. Не, ну мы не каннибалы, мы не будем их есть. Уф, кому-то давно не доварили. Ну блин, это не пансионат же. Тут не должны, это тюрьма, мать вашу. Факел. Факел. Ты был со мной, ты меня бросил, предатель. Второе отделение. Туда я зайду чуть позже. Давай тогда заскочим, наверное, все же в столовку. Может похаваем, может там еще. Ладно. Мне для этого нужен еще и рычаг. А почему? Ну ладно, будем надеяться, что это не ошибка создателя карты, а мне нужно найти рычаг. Потому что тут красная шерсть. Ай! Ты шо? Ёперный театр, ты кто такой? Ты кто такой, чмордяй? Чмордяй, не надо по мне стрелять, засунь себе эту стрелу в задницу, а то я прокручу трижды между твоих глаз. Да умри ты уже. Умри ты уже. Ай, у меня уже кулак болит, об тебя бить. Свались. Во, свали в тень. Ё-моё, от него ж туман палил. Палил. Ху-ху-ху. Я дикобраз. Приятно познакомиться, я дикобраз. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Так, ладно, что у нас тут? Третья комната. Что ты хранишь, третья комната? Ни черта не... Ого, сколько цып. И еды. Кстати, о еде. Мне, наверное, надо похавать. Это ж пансионат, в конце концов. Мне нужно похавать. Так, я тебя с собой заберу. Теперь от меня не уйдешь. Здесь. Значит, сейчас у нас задача найти, я так понял, рычаг, да? Иначе я не знаю, иначе я потерялся и, наверное, тогда я гребаный нубас. Но я же не гребаный нубас, правильно? Поэтому я должен все найти. Куча рыбы. Рыба — это фосфор. Фосфор — это хорошо. Фосфор — это для работы мозга, поэтому давай. О, да, отлично. Это зараженная картошка. Обожаю ее. Давайте скушаем, наверное, рыбоньки. Она мне поможет думать, она даст фосфора моему мозгу. А, нет. Похоже, в моем мозге переизбыток фосфора, потому что я не могу ее есть. Больше фосфоров не помещается. Экзит. Ну да, конечно, экзит. Нет, это... Это не может быть экзит. Ну нет, я в это не верю. На... Ладно. Была не была. Экзит так экзит. Миссисипи раз. Fuck it, shit! Звук потише. Миссисипи два. Да пошли ты в жопу! Нет! Потом! Не хочу туда! Эй, факел! А, не, нормально все. Черт! Ну, нет, ну это нечестно. Это слишком по-хоррорному. Это как вы идете по огромному темному коридору, ничего не происходит, но мозг как бы намекает, что сейчас произойдет какой-то кирдык. Ну, поэтому нет, я не хочу. Лучше я съем рыбу. Да что такое? Фосфор, почему у тебя так много в моей голове? Здесь у нас уже... О, я могу пролезть? Нет, я еще слишком жирный. Жирный, и какой пассажир... Воу. Печеньки, заберу все. Может быть, потом я найду какого-нибудь печеничного монстра, дам ему эти печеньки, он скажет такой: спасибо тебе, чувак! У меня была ломка по печенькам. А я ему такой: вот тебе твои печеньки. Он: хорошо, я тебя спасу. И все. И уйдет. Раздетый. В Магадан.
Печеньки! Вау! Очень описательная книга, очень такая, знаете, содержательная, я бы сказал. 9. Тут почему-то... Ёб твою мать, ты кто такой? Ты кто такой, хухремлятка? Что ты такое вообще? Ой, по-моему, она слепая и бьется во все стены. Ну или она меня боится и такая в углу, типа, не бей меня, не бей! Ну и вали отсюда. Так, готовая рыба. Рыба. Жареная рыба — это не круто. В жареной рыбе весь фосфор ушел. Поэтому жареная рыба нам не нужна. Нам нужна свежая рыба. Настоящая рыба. Жирная рыба. О, план побега. Не дай бог, там будет написано идти в комнату с надписью «Exit». О, пробраться в третье отделение. Взломать двери душевой. Забрать отвычки из столовой. Навести друзей во втором отделении. Открыть двери тремя рычагами. А, стоп. Наверное, мне я мог ее открыть, но... Или нет. Или да. Или нет. Или да. Воу. Не надо так прыгать на мою голову. Но проблема в том, что у меня нет ни одного рычага. Там этот... там кирпич. А что с кирпичом делать, я не знаю. Ну тут я вроде бы все проверил. Ты что такое? Прыгающая голова! Лол. Твою... как, вот у людей мамка, да? У них кто? Кто у этих прыгающих голов? Родители. О, третье отделение. Погоди, план побега где? Мне туда подарки не нужны? Пробраться в третье отделение. Окей, это не должно быть трудно. What the fuck? Здорово, мэн, как твои дела? По-моему, у тебя там какой-то белый чувак. А, это... Типа черный палит, да, белый стоит и палит на него. Твою мать. Ты переливаешься всеми цветами радуги, ну тебя в задницу. Что-то тихо как-то. Я не слышу ничего. Почему я не слышу ничего? Может, потому что у меня выключены наушники? Да нет, вроде бы. Ну ладно, надеюсь, что вы все слышите, потому что я почему-то ничего не слышу. То есть, вообще я слышу, это не болезнь, нет, но... А, я могу открыть ту дверь. Может, выпустим тех парней? О, еще факел. Еще факел. А, факел на халяву. Хорошо. Обожаю факел на халяву. 3. Вот теперь жизнь наша хороша. Мы нашли 4 факела. 4 факела — это замечательно. Теперь мы можем открыть целых... Ты, ёб твою мать. 3 двери. Что это за дископати? В тюрьме не должно быть дископати комнат. Ой, меня штормит, мальца. Так, тут ничего. Да-да-да-да. О, почему у меня появились вместо дыхания какие-то гули? Почему у меня гули вместо дыхания? О, мьюзик диск. Хорошо, значит, это все же дископати комната, как я и думал. Все, вроде бы тут ничего нету. Ничего. О, не, правило. Главное не уронить мыло, а то худо будет. То есть ты в теме, да? Я понял, я понял. Ну, вообще, да, главное в таких местах мыло-то не ронять, но дело в том, что здесь никого нет, видимо, всех... Все, кто мог, уже пороняли мыло, поэтому здесь больше никого не осталось, чтобы принять меня, первое отделение. Так, мне туда не надо? Пробраться в третье, взломать двери душевой. Взломал двери душевой, забрать отмычки из столовой. Понял вас. Понял вас. Я не знаю, почему я должен верить этой книге, но я думаю, что книга... Ну, ведь правда, книга, найденная в тюрьме, в каком-то странном помещении, никогда не соврет. То есть, если вы найдете вдруг странные письмена, надо, наверное, всегда им верить. Так, значит, ты пойдешь со мной, факелок. Факелок, фраерок. А тебя я поставлю сюдыть. Еса! Еса! Это было трудно, я чертов гений, я открыл эту комнату, да? Это было действительно трудно. О, фосфор, ты мне помог. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Больше фосфора, теперь я стал умнее. Что у нас здесь? Здесь у нас... А, да, что нам нужно найти? Забрать отмычки из столовой и навести друзей во втором отделении. Должны подарки. Кто должны подарки? Я им должны подарки или они мне должны подарки? Если они мне должны подарки, я из них выбью их. Будьте уверены, я выбью из всех, кто мне что-то должен. Если они мне должны деньги, то вообще им хана. То им лучше мне на глаза не попадаться, я вам говорю. Просто когда-то были у меня ребята, которые мне задолжали. Больше каких-то не видел. Так, и что у нас здесь?
Странно, я думаю, что меня кто-то должен поймать. Тут как-никак человек свалил из тюрьмы, ходит, шастает, везде все ищет. Ну все насрать. Да пусть ходит, что нам? Нам что, жалко, что ли? Погоди, мне нужны здесь отмычки. Забрать отмычки из столовой. А, о, пропажа. Пропажа? What the fuck? Где вся жрачка? Вся жрачка была в комнатах, потому что все жадные... О, погоди, нет. Все жадные заключенные стырили всю жрачку отсюда. И настал у них мир, равенство, жвачка. И, видимо, они все друг друга сожрали. Ну, или же все пороняли мыло. И уже их больше никто не видит. Эй, мне кажется, что меня тут с отмычками что-то люто... Нахлебали, в общем. С отмычками нас, потому что здесь никаких отмычек я не вижу. Ну ладно, давай проверим все. Окей. Начнем с верхних. О! Я был прав. Pressure и Leveler. Это я верю, что отмычки. Значит, план побега. Давай ко мне. А зачем мне Music Disc? Нахрена он мне? Так, навестить друзей. Должны подарки. А, вот это, наверное, подарки. Или Slime Ball это подарки. Должны подарки. Ну ладно, сейчас я из них выбью все подарки и открыть дверь тремя рычагами. Блин, ну мне все же интересно, а что было там? Вот это, Миссисипи 1, Миссисипи 2. Ладно, мы это, я думаю, потом узнаем. Но... я не хочу туда ходить. Я просто не хочу туда ходить. Я жопой чую, что там будет время приключений. А я могу тебя забрать? Иди со мной. Я могу тебя забрать. Хорошо. Ну что, время приключений. Как-то не вышло у меня. О, факел. А, давайте погреемся вокруг него. Твою мать. Это 2D-шный факел. Он везде горит одинаково. И почему-то он похож на... Фак, я не хочу на него смотреть. Когда я на него смотрю, я как бы как гипноз. От автора. Стрелять это было ужасно лень, потому что автор ленивая жопа. Да. Я согласен с этим. О. Погоди, это та же комната, из которой мы вышли? Или тут какой-то еще мажор такой же был, с большой комнатой, как у меня? И не только большой комнатой. Что у нас здесь? У нас здесь еще одна Music Disc. Нахрена мне столько Music Disc'ов? Я не понимаю. Я не понимаю. Я совсем не понимаю. Я Music Disc'овый... твою мать, не хватит меня пугать. Я Music Disc'овый магнат, видимо. Я тут, наверное, местный дискобой. Друзья... Тут друзей тоже нет. Ну, хоть подарки оставили. Где мои подарки? Где мои подарки? Ага, печеньки. Ай, не хочу спать. Рано спать. А, во, левелеры. У меня их уже 5. Я уже могу открыть целых... целых 3 двери плюс... 2 двери. Да. То есть я могу открыть целых 5 дверей. Вы со мной не шутите. Так, значит, у нас здесь уже ничего. Хорошо, тогда, похоже... Придется идти в Миссисипи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Квадриллион, триллион, пентатриллион. Где? Где эта стрёмная дверь? Где эта стрёмная дверь? Куда? Не понял. Так, погоди. Для сброса прочитан. Окей. А где дверь? А, да, она наверху. Точно, точно. Да, как я мог забыть? Это же было так очевидно. Вон она. Вон он, экзит. Странно, в тюрьме дверь с надписью «Exit». Ну ладно, окей. Пум, пум, пум. Не будем это читать. Миссисипи 3 свободен. Серьезно? Серьезно? Автор офигел. Ах, автор. Ох ты ж, ё, автор, ты офигел? Это же вынос мозга. Или нет? А, тут все просто, главное не разнести тут все. Разнести? Это динамит? Это динамит, да? То есть это динамит. То есть я могу нажать на кнопочку и как бы там все взорвать, да? И здесь камня ни камня не останется, да? От всей твоей работы, которую ты делал несколько дней. Твою мать! Твою мать! Сраный паркур. Какой ублюдок поставил здесь паркур? Я этому ушлепку готов засунуть. Его создательские руки. Свою руку. Пожать ему руку. Потому что этот гребаный паркур лучшее, что я видел когда-то в своей, мать ее, жизни. Нет, не в своей жизни.
в этой гребаной карте. И что мне дальше делать? Потолок! Я ограничен. Не в смысле умственно, а в смысле потолком. Как здесь мне выйти? Ок! Как бы тонко намекая. Что это такое? Что это? Что это? Окей. Может, я сюда должен кинуть вот это? А! Что это? Тут же все легко! Ты мне обещала, что все легко! А, двигай блок сюда. Двигай блок. Вау! Я могу двигать блок! Как бы, ну, там, в общем, ты явно переоценила способности меня, потому что, в общем, это дерьмо, оно... А, нет-нет-нет, все, все легко, изи, изи шно, вот так. А, тебя сюда вон. Где? Тихо, мне не прям в руку. Ты уйдеть, ты останься. Где твой? А, вот он. Ты все, иди в руку, ты мне нужен. Наверное, ты, да? А, ты лепящий? А, отлично, лепящий мой любимый чувачок. Значит, дальше ты, ты у нас что? Что произошло? А, понятно. Вот это никак не пишет. Я не включается. Мой мозг! Так трудно работать мозгом! А, вот, 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 вижу. Пардон, не тот. Я же прав, да? Вот эта хрень, она открывается. Иди, она открывается. Ага, хорошо, спрятана, хорошо. Попытка засчитана. Все, это мы сперли. Это мы открываем. Это мы... Южаницу. И что мне дальше с этим делать? Что? Наверное, вот так. Не, не ты. Ты закройся. Вот так? Нет. Вот так? Нет. Объединим наши силы! А. Блок! Тонкий намек! Ты, похоже, застрял! Или нет? Да! А, нет! Смотри, сюда! Сюда! Не знаю, что я делаю и зачем, но я надеюсь, что я делаю все верно. Лейди, дальше сюда. Дальше. Дальше. Куда же тебя дальше сунуть? Какой ты сраный бой? Я не понимаю. Какого я на тут забыл? И вообще, зачем здесь эта головоломка? Она слишком зла для меня! А, я знаю, что это отлично, но где? А, о. А, стоп, я могу поставить эти хрени! И сюда. Вот. Так. Тут взялся. Иди назад. Значит, мне вот эту фигню надо. Оу. Оу. Где мой блок? Куда мой... А, все нормально. Так. Вот это мы типа убрали, да? Я понял. Но не понял нафига. Или я что-то не путаю. Зачем левая? Это что? Это левая. Это не нужно. На! Ну вы же знаете, это левопорно. Я все же сделаю все это, но... Ой-ой, у меня еда. Да, фосфор. Он мне поможет. Сила фосфора. Не, лучше сила жареного фосфора. Я чувствую, что я готов. Я готов покорять эту хрень. Сволочи. Сволочи бессердечные, то, кто это сделал. Если ты сможешь это видео, помни. По крайней мере, пока я сделаю эту гребаную головоломку. Я понимаю, что я ее просил, но не настолько же трудно. Что из этого дальше делать? Ладно, видимо, я что-то нафейлил и сделал не то. Наверное, надо вернуть все обратно. Сюда. Да нет, не надо ничего возвращать обратно. Это же не так просто. Вот здесь должно быть что-то, что его притянет. Но ничего нету. Нечего притягивать. Так, значит, я могу поднять, сюда выехать. Но нет, это не то. Поговорить немножко. А, чуть-чуть. И пойду дальше. Так. Да твори без меня. Я тебе твою машиневую задницу помою. Но чем это здесь стоит? А, постойте-ка. Так. О, боже мой. Фу, господи. Это что вообще за канитель? Сюда иди, я сказал. Слышь ты, задница ленивая, я сказал. Сюда иди. Так, иди сюда иди. Ну, я запрещу. Вроде какое-то еще действие было. А, походу я перебащил, да? Теперь я, наверное, должен поднять здесь. Иди отсюда. Вот. Вот. Так. Как тебя вот эту хрень поднять? Не гони, поршень. Поршень, распоршнись. Вот, я чувствую себя гением. Ты что здесь забыл, маленький придурок? Гребаный космонавт! Почему ты не от НАСА? Почему ты не на НАСА? Зачем ты меня бьешь? Смотри от меня, а то я тебе вскочу, мать твою, в грош. Да умри ты, вот. Ой, нет, считать ничего не буду. Ой, из меня уже дым сыпется. Парень, не сильно подали. Значит, дальше мне, наверное, надо притянуть сюда. Я полагаю, да? Сюда. Далее. Мне надо как-то сделать, типа, вот так. А, нет, мне нужно его опустить. Мне нужно его опустить, он что-то сильно поднялся. Если его опущу, то успокоится. Ну, вот это хрень, А, нет, не надо мне ебать. Не надо. Тут мне так же надо? Снова продвинуть? Или не надо продвинуть? Мой мозг!
его спо. Свали. Yes, люблю рандом. Обожаю рандом, рандом не всегда помогает. Если вы слушаете эту песню, значит я злой. Значит я уже не знаю. Эй, слышишь, что я вообще не помню, да, что я нажал тебя. Я нажал тебя. А, погоди, а я не думал, что это. Это ничего не даст? По-моему, я вернусь обратно. Да. Я же только что это делал. То есть я возвращаюсь по кругу. Раунд энд раунд. Раунд энд раунд. Камон, бияч. Тогда мне нужно, наверное... Нет, его не нужно поднять. О, или нет? Я вижу другой выход. Я не вижу другого выхода. Все, что я вижу, это... Так, если я его сейчас подниму сюда, отвезу сюда, опущу сюда, потом пододвину сюда. И что мне это даст? Моя задача... Не, давай лучше посмотрим отсюда. То есть здесь не он должен быть. Тогда он должен здесь быть. Он должен вот отсюда приехать. Он должен вот здесь быть. Туда он как должен попасть? Как он должен туда попасть? Как он, мать ваша, должен туда... попасть? Что? 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 Вы же мне не дали даже шанса! Там уже было все! Я цербы на тебе! Ой, ёб твою мать! Что? Вы даже не дали мне шанса! Там уже было писечка! Там уже все! Я все решил! И все понял для себя! Я знал, как пошагово все это сделать! А вы взяли меня и тпхнули. Ну как это так делается? Это не сги нечестно. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Ну ладно. На этом все. Я думаю, мы на первый раз закончили фановые карты. Если кто еще чего-нибудь сделает, скидывайте мне в описание. Скидывайте в комментарии или ВКонтакте, я все это буду просматривать, или же в группу. Я это буду просматривать, и самое интересное, или все, на мой взгляд, карты я буду проходить. Ну это было круто, карта мне понравилась, это было интересно, это было забавно, но вот то, что меня в конце тпхнуло, я не негодую. У меня осталось ощущение, что я... Хватит по мне стрелять своими маленькими дилденочками, иначе ты будешь плакать кровавыми слезами, поганое чучело-мяучело. Ну же, чучело-мяучело, я тебя тут же и закопаю, прямо вот в этой норе. О, ёб твою мать, гребаные большие космонавты. Ладно, я думаю, на этом все, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, пока-пока-пока, удачи!